Коллектив «Мотор Сичем» омолаживается, количество детей увеличивается. В преддверии нового учебного года руководство предприятия оказало финансовую помощь родителям первоклассников. Собрать ребенка в школу – процесс затратный. Список покупок большой, цена каждой вполне ощутима в семейном бюджете. В школу, чтобы ребенка собрать, это очень много денег надо. Вот спортивный костюм более-менее нормальный, гривен 300 стоит, 350. Ранцы, вот я заходила, смотрела, начиная от 130, заканчивая 500 гривен. Ну, и все остальное, в принципе. Чтобы в школу собрать, вот костюм обычный, школьный, 300 и 700. Предприятие «Мотор Сич» уже на протяжении долгих лет помогает своим сотрудникам, которые отправляют своих детей в первый класс. В этом году первоклассников у «Мотора» более 400. Это традиционная материальная помощь. Она у нас записана в коллективном договоре. Я уже не помню даже сколько, но больше 10 лет мы оказываем всем работникам предприятия, чьи дети идут в первый класс, материальную помощь на самые необходимые вещи, которые нужны первокласснику. Приятно, что такие есть возможности у завода выделить для первоклассников денежку. «Мотор» заботится о детях своих сотрудников не только перед школой, но и на протяжении всего года. Программа завода социальная, она очень обширна. Охватывает все категории работников, молодежь, работающую на заводе, в том числе и детей. Это оздоровление детей. Это посещение детей, в первую очередь, работников предприятия, спортивной секции, кружки Дворца культуры, наши детские учреждения. Ну, конечно, существует оздоровительный комплекс «Маяк». Отдыхаем с ребенком, так как ребенок еще небольшой, отдыхаем постоянно в оздоровительном комплексе «Мотор». Много лет, очень нравится. Будем продолжать отдыхать. Повзрослеет, отправим оздоровительный комплекс «Гагарина». Заботится не только о сотрудниках «Мотора» Цафно и об их семьях добрая традиция предприятия «Мотор Сич».